Так, захватываем юг. Это уже следующая тема пошла. Подарки я не только получаю в виде этих самых, такой, как это называется, не майка, а забыл. Но и вот такие подарки. Читаем. Доброе время суток. Я каждый раз буду с этого начинать. Всю оставшуюся жизнь. Валерий Константинович посылку с черенками и семенами получил. Большое спасибо. Как я обещал, отправляю фото с саженцами вашего сына. И сеянцы абрикос, косточки ваши. Я сейчас вспоминаю наших этих выпускниц Тимирязевки, которые должны вырасти. Дички. Так, Сергей, Ростовская область. Итак, добрались мы до юга. Меня что удивило, да, вот ваша фотография, Сергей. Снегу по уши. Чуть ли не больше у меня. Здорово. Доброе время суток. Великий персик после полива стал наливаться. Жду созревания плодов. Скорее всего, это саженец Сергея Железного, моего сына. Вот. Вторая фотография. Здорово. Ну, что им там? Вот. И все-таки это как бы учебная фотография. Молодец, что прислал зимнюю. Молодец, что показал, что такое полукрывная форма. Вот. И его же опять текст. Сергей, Ростовская область, выращивал из косточек. Спасибо за ваш труд. Из косточек. И что именно? Ну, вот это я вижу персик. Возможно, Сергея. Но, внимание, внимание. В общем, как мог, разобрался. У меня там есть проблема, она почти решена. То есть я могу теперь из WhatsApp переносить себе на компьютер запросто и показывать нормальным, вот как сейчас, а не там, где я вот так вот ищу, что-то тут изображено. То есть, понимаете. Вот. Но где-то небольшая путаница. Вот. Надеюсь, я пока не напутал. Следующее. Внимание! Шайбу, шайбу. Смотрите. Апорт Алматинский. Прививка 18 год. Насенец Сибирки. Так. Гражданин Белякин, вы, если не ошибаюсь, живете в Ярославской области. Откуда у вас сеянец Сибирки? Не отреализовали? Ну, допустим, что вы годом раньше у меня. Я только подозреваю, переписки как такой не было. Это просто вы писали письмо. Итак, сеянец Сибирки, 17-й год. Наверное, мой. На следующий год привел Апорт Алматинский. И я гордо показываю, почему. Потому что у меня апорт попадал мне с двух местов. Место. Значит, а из Шушенского ГСУ настоящий это апорт, но в два раза меньше. Так. И от Чернобаева прямая поставка из этого. Из Алматы привез, ну, где-то пригород Алматы. Вот. Развел, поделился со мной. Вот. Принцип такой, я ему 10 сортов разных, он мне один. Я ему 10, он мне один. Все по-честному. И вот получается так, что это благодарить надо уже не меня, так, а Чернобаева. А сейчас я вам покажу несколько фотографий. Вы хоть заметьте, кто-то уже может сказать, что я ни глаза не видел. Это, знаете, вот свеженькое все. 18-й год, прививка. 18-й. Вот они, видите. Кто-то скажет, никогда не видел. Ну, наконец-то я вижу апорт Алматинский. Ну, наконец-то я вижу. Ладно. Почему я написал, что Казахстан отдыхает? Потому что вспоминаем мои первые вебинары. Железов получил письмо из Казахстана. Не знаю, подтвердит ли мои друзья. Вот, ну, вообще-то там уже около 10 человек в Казахстане уже выращивают сады, и по моей технологии, и по моей, не больше 10, наверное, и по моей, из моих этих, назовем их клоны или семена. Так, а почему Казахстан отдыхает? Потому что когда-то я получил кого-то из вас письмо. Не помню кого. Боюсь ошибиться, где было написано. Назарбаев, президент Казахстана, призвал найти чистый 100-процентный апорт
и вернуть его в Казахстан. Вот так бывает. И, кстати, я не знаю, в кого надо кинуть камень. Или это просто. Там были причины, когда уезжали, бросали, фактически бросали или по дешевке продавали дома с садами. Наши советские немцы, советские украинцы, советские евреи, советские русские. Вот, и после этого сады как-то вдруг исчезли. Как-то взяли и исчезли. Так бывает. Не зря Назарбаев обратился, если верить моему письму из Казахстана от очень уважаемого человека. Наверное, так и было. Вот. А еще он мог исчезнуть не только поэтому, из-за миграционной политики, когда истинные садоводы бросили Казахстан и уехали на сирийскую родину. Кто куда? Израиль, Германия, Россия. Когда оттуда народ поперли, извините за выражение, я не написал, народ поехал оттуда, поперли оттуда народ. Я помню, у нас за один месяц в деревнях в 7 раз поднялись цены на довольно старые дома. Оп, жизнь заставила. Но это я, не будем больше, это уже политика. Вот, а мы и не занимаемся. Итак, второй путь, который мог привести к деградации, исчезновению апорта Алматинского. Ой, красавцы какие, да? Апорта Алматинского. Это то, что однажды я прочитал, что сортов на основе апорта Алматинского уже 20. Был такой момент. То есть апорт Алматинский, апорт Кровавокрасный, апорт Александр, а потом апорт. Как их могли получить? Надо было скрещивать другим сортом. Получать то, что я уже с издевкой F1, F2, F3, F4. И на мое подозрение каждый следующий F становился мельче. Чтобы сохранить крупность, что надо было, с кем скрестить апорт? Ой, надо было лучше подготовиться и показать вам апорты из сада Чернобаева. Еще крупнее моих. Но, тем не менее, я что хочу подчеркнуть. Вот. Чтобы апорт вырастить, сделать другой сорт на основе апорта, сохранив его качество и увеличив их, надо было их скрещивать сортами не менее по объему, по размеру, по весу, не уступающие в виде плодов. А такое возможно, где вы найдете это, что-то похожее на порт? Вот так вот. Ну, я заговорился, вы уже поняли, что 20 апортов, а истинные перед вами. Вот пошло, Чернобаев привез, я размножил. Вот. Попал он от меня куда? Ярославскую губернию. Вот так вот. Пусть теперь Назарбаев или кто-то от его имени обращается теперь в Ярославскую губернию. Видите, как я умею поговорить. Я это заслужил. Кстати, вот люди читают книги ни о чем. Про любовь. И меня за всю мою практику 145 вебинаров один единственный письмо. Нет, не злое, очень даже доброе, уважительное. Но, Валерий Константинович, ну, пожалуйста, не рассказывай, мне нужна лекция. Ну, что делать? Не получается у меня лекции. Вот. Только разговорная речь. Налюбовались на порт. И еще вдруг приходит второе письмо опять. И что написано? Заилийская прививка на яблоньку из леса. Лесная красавица привита на ладу. Сувенир Востока на желтую сливу. Вот меня спрашивали, на желтую сливу можно прививать желтую? Ну, наверное, можно. А тут тем более, что сувенир Востока это все-таки синяя, как ее еще назвать. Вот, Ярославская область, Ярославский район. Смотрим, любуемся. Вчера было ничего, а сегодня Заилийская. А знаете, почему я уважаю? Откуда он взялся? Он пошел у нас от уже ныне, к сожалению, покойного, царство ему небесное, вот, Боднара Бориса Иосифовича. Он мне про нее рассказывал так. У меня большая семья, полный погреб яблок, но пока не съедим за зиму заилийские все плоды,
до других не прикасается ни один член семьи. То есть такой авторитет еще, это глыба. Эй, тимирязевцы, у вас свои авторитеты, только почему-то садов нет. Сколько я про Тимирязевскую эту академию поиздевался, боже мой. Теперь туда не будет доступа ни мне, ни Сергею Железову, ни Елене Савинич. Единственный вариант – это следующий, тот, который будет не это, без амбиций и захочет его возродить Тимирязевку. Ну, завтра, может, новый ректор. Вот, вот там, может быть, да. И тогда окажется, что чудеса решаются так. Ярославской губернии новичок. Может, он не новичок, раз умеет плевать. Но он взял из Сибири, выписал лучшие сорта, какие можно себе представить. Это ведь лесная красавица. Вот. Это сувенир Востока. Пожалуйста. Вот. Ну, Ярославская, Москва рядом. Пригласите гражданина Белякина, а? Уважаемый ректор Тимирязевки. Ну, так, сезонная работа, вахтовый метод. Пообещайте ему это самое, чтобы он вам так быстренько вырастил сад, раз уж для вас, сибиряки, мы не авторитеты.